Всем приветик еще раз. Не могу, мальчика. Ой, ты моя зайка спит. Не, ну никак выспаться не может. Бабушка, наверное, тут заставляла работать очень сильно. Да. Лежит, видите? Под кондиционером кто-то лежит. Ага. Кузя, время 9 час. Пойдем, я курочек закрою. Пойдем, сынок, пойдем. А ты кашеньку поешь. Пойдем, моя зайчка. Пойдем. Она тут тебе работать, я знаю, она заставляла тут работать наверняка тебе. Пойдем, сынок, пойдем. Пойдем, мальчик мой. Пойдем, моя зайка. Ты мой, ой, устал, устал. Я вижу, как не выспишься. Ну, как не выспишься, пошли. Ой, главное, мне сейчас тут еще не чебуреком задавать. Иди, моя зайчка. Где я тебе водичку тут холодненькую налила? А то тут прям все цвело. Да, моя солнышко. Пойдем курс закрывать. Иди, выходи, выходи. Да не жарко уже, нормально. Нормальненько, нормально я была. Да. Кушай кашку. Кушай. Вкусненькая, свеженькая. Ой, батюшки, кто это к нам в гости идет? Мам, я блинов хочу. Груши. Ходит, груши ест. Ну вот, видео. Видео хоть посмотрела и поняла, какие груши можно есть. Да. Ну. Залезла сейчас. Ну, только там внутри они, да. Ты знаешь, я есть хочу. А я блинов хочу. Давай. Да? Да. Ну вот. Приехала. Правда, что-то думать. Я такую кастрюлю, такого густого съела. Борщика. И чуть-чуть. И она есть не хочет. Как хочет. Нет, я есть не хочу. Я блин. Я просто хочу блинов. Хочу блинов. Сейчас буду блины жарить. Ой. Сейчас мне кур закрыть надо. Вот так мы развлекаемся. Вот приехала. Сейчас буду блины жарить. А что делать? Ой, девчонки, девчонки стоят чего-то тут, ждут. А вы чего ждете-то? Кузину кастрюльку отдадите, мисочку. Да нет, я же. Здрасте, я вас не будить. Здрасте. Ну все. Чиф, давай зови их спать. Чего они придумали тут? Вышли, меня услышали. Правильно, правильно, зови, зови, зови. Вы что-нибудь яички сегодня сделали? Я вспомнила, что я не проходила, у вас яйца не брала. Ну-ка, что тут по яйцам у вас? Рассказывайте, девчонки. Здрасте. Яйца-то есть? А вот сидит одна. Да. Ну, сиди, сиди. Тебе дней 10 осталось сидеть. Будешь потом сама с детьми бегать. Я не буду нянчить. Детей она решила высидеть. Так, вот еще яичко. Опа, опчки. Сплошной фитнес. За этими яйцами лазить. Вот еще яичко. Ну, нормально. 3 яйца в день. Это нормально. Как раз на глазунечку. Да. Чифуль, нормально, нормально. Сколько у вас там? 11 или 12? Нормальненько. Вот. Правда же? Ну, мы так развлекаемся. Похоже, я их еще не закрою. Чифуль, спать, наверное, еще не хотите, да? Это только я хочу. Ну ладно. Ну гуляйте еще, попозже придут туда закрывать. А что делать? Да. Вот так мы развлекаемся. Про малину что-то я забыла. Ой, извини, пожалуйста, на пальчик наступила. Но я вроде тихонечко. Ой, отряд, мой отряд. Мой отряд. Завтра надо дорожку здесь помыть. Боже мой, малин тоже надо выстригать. Это мой чихуля ходит за мной. Да, да. Такой деловой. Такой деловой. Чиф, может, спать уже пойдете? Я-то вот блинов хочу, а вы что не спите? Вот как раз сейчас ваши блинчики, ой, эти яйца. Ой, Кузькину кашу забрать. Отряд.
Вечерняя прогулка. Ага, променад. Там истории разные там, я знаю. Анекдоты, небось, им травишь, да? Сказки рас... или сказки рассказываешь? Чувуль. Ну ладно, ребята, всем хорошего настроения. А пока, пока.